К другим темам. Их становится все больше. В Чувашии заработала первая кадетская группа дошколят. Зачем малышам нужны военные знания? Этим вопросом задалась моя коллега Олеся Русакова. Им по 5-6 лет. Кто-то устал от долгого ожидания, кто-то позирует, а кто-то растерялся. Еще бы, такое важное занятие. Ведь утро у будущих кадетов начинается с построения. Потом ребята торжественно поднимают флаг. Это делают лучшие воспитанники группы. Смирно! Равняйсь! Орешнику вице поднять флаг! Есть поднять флаг! По программе кадетского движения «Дошколят» ждут встречи с сотрудниками полиции с военными. Они будут участвовать в различных соревнованиях. В расписании строевая подготовка, азбука здоровья и даже хореография. Словом, у кадетов повышенная физическая нагрузка и активный отдых. Проведение игр «Зорница», «Орленок». Планируется сотрудничество со средней школой номер 36 города Чебоксары, близлежащей школой, где имеется кадетский класс, имеется музей боевой славы. Ходить воспитанники будут в особой кадетской форме. Причем как мальчики, так и девочки. Для девочек будут белые блузки, под ним будет жакет, красная юбочка, белые колготки. На девочках еще будут парадные бантики и китик, головной убор и у мальчиков, и у девочек. А для мальчиков шьются то же самое, что и у девочек, жакетики, белая рубашка, брюки и туфельки. То, что профессия военного трудная и опасная, от ребят не скрывают. Напротив, стараются показать все детали. Среди юных кадетов много девчонок. Как это ни странно, их тоже привлекает эта профессия. Я хочу быть медсестрой, чтобы лечить военных. Я хочу быть военным. Вот я буду генералом, как мой дедушка Павлик. Хочу быть военным врачом, лечить солдатов. Вот мой самолет. Называть ребят кадетами можно будет после торжественной церемонии посвящения. Она запланирована на середину декабря. А это значит, что остается только 2 недели, чтобы подготовиться к самой ответственной минуте своей дошкольной жизни – присяге. И они отныне будут жить по особым правилам, которые станут нормой для каждого из них. Олеся Русакова, Николай Яковлев, «Республика».